Что ж, как я уже говорил, индетерминист может предложить некоторые ответы на те аргументы, которые мы с вами обсудили. Но позвольте вначале мне кратко повторить, о чем мы с вами говорили. Мы начали с того, что сказали о том, что Писание учит, что люди свободны. Но мы также отметили, что Писание не определяет, о какой свободе идет речь. Поэтому мы пытаемся определить, что же за свободная воля дана человеку. И мы предположили, что в Писании мы не найдем определения свободной воли. Но, быть может, есть еще что-то в Писании, что поможет нам определить. И действительно, посмотрев на то, что Писание учит по поводу божественной суверенности, и так как божественную суверенность каким-то образом надо согласовать с наличием свободной воли, то мы посчитали, что такие тексты могут нам помочь. И мы рассмотрели то, чему учит Писание. В частности, мы рассмотрели один конкретный текст, и мы обнаружили, что Бог обладает абсолютной суверенностью, то есть Он предопределяет все, что должно произойти, и то, что Он предопределяет, обязательно происходит. И все Его решения принимаются только лишь на основе Его воли, никто не вправе их поменять. Итак, если вот такой властью Бог обладает и ее использует, то остается ли место для свободной воли? Ну, место должно-то найтись, потому что Писание учит, что люди свободны. Что ж, как же эта суверенность Бога, Его могущество может согласоваться с либертарной свободной волей? Как это все можно объяснить, если у человека именно такая свободная воля? И представляется, что никак. А как же насчет компатибилизма? А это совсем другая история, потому что в этом случае поступки могут быть обусловлены внешними факторами, и в то же время они остаются свободными, потому что мы делаем то, что хотим. Ну а что, если Бог установил, что я сделаю то, что не хочу? Но Божье установление определяет не только цели, но также и средства для достижения этих целей. Если Бог установил, что вы спасетесь, то вы услышите Евангелие таким образом, это будет сопряжено такими обстоятельствами, что вы в итоге захотите его принять. Ну что ж, хорошо. Итак, все это согласуется с компатибилизмом. И, как я полагаю, тогда в этом случае представляется, что это понимание свободной воли мы именно и должны принять, чтобы то, что записано в Ефесянам 1.11, можно было как-либо согласовать со свободной волей. И компатибилизм — это единственная возможность. А именно модель умеренного детерминизма, частной суверенности. И посему напрашивается ответ, что именно так мы должны понимать свободу и божественную суверенность. Но сторонники модели общей суверенности на это говорят не так все просто. Но почему же не так все просто? Они говорят, не спешите принимать такое толкование текста Ефесянам. И какие же они аргументы далее приводят? Что ж, есть три аргумента. И первый, самый слабый. Они могут просто игнорировать этот текст Писания и возвращать нас к тем текстам Писания, которые говорят о том, что люди свободны и несут ответственность за свои поступки. И часто именно так и происходит. Скажем, открытый теист, который является сторонником модели общей суверенности, а также верит в либертарную свободную волю, даже не будет обсуждать Ефесянам 1.11. Но это далеко неправильный путь ведения споров, когда кто-то просто игнорирует точку зрения своего оппонента. Но, к счастью, есть еще и другие примеры, как сторонники либертарной свободной воли отвечают на эти аргументы. И один из таких ответов заключается в том,
что они говорят. Вы неправильно истолковали Ефесянам 1.11. Вот позвольте вам указать на другое толкование этого текста, и когда вы вникнете в это толкование, вы поймете, что вы не правы. Или есть другой возможный ответ с их стороны. Они говорят, да, ваше толкование Ефесянам 1.11 верное. Бог воистину суверенный владыка, как и учит этот текст. Но Писание также учит, что Бог решил не пользоваться всей своей властью, чтобы оставить место для либертарной свободной воли. Что ж, давайте рассмотрим оба этих ответа по порядку. Что ж, начнем с предположения, что я неверно истолковал этот текст Писания, что на самом деле толкование иное. Ну что ж, каким может быть это иное толкование? И вот что предлагается. Вам скажут, что я вношу свое понимание в этот текст, говоря о том, что у Бога есть такая власть и такой контроль над этим миром, над всем, что в нем. Хотя на самом деле они скажут, здесь речь не идет о всем, что когда-либо происходило. Здесь речь идет лишь о нашем спасении. И хотя действительно верно то, что этот текст на самом деле применим к вопросу о спасении, он не применим ко всему остальному, на ком вы женитесь, что у вас будет на ужин и так далее. Но как прийти к такому пониманию этого текста? И стих будет звучать таким образом: «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все, что касается нашего спасения, по изволению воли своей». Является ли такое толкование возможным? Да, такое толкование возможно. Но является ли мое толкование возможным? Да, конечно. Вполне возможно говорить о чем-то конкретном и затем обобщать, расширить это конкретное значение на нечто более широкое. Вот, к примеру, я могу сказать, что студенты в этом классе выдающиеся. Я думаю, так оно и есть. И студенты в этом классе выдающиеся, так как все студенты семинарии Тринити выдающиеся. И вот в этом случае, если я так говорю, то вот эта относительность моего утверждения и уж, конечно, расширение смысла моего заявления, ведь я начал, говоря лишь об этом классе, так? Но расширяя, я говорю, что то, что верно относительно вас, верно относительно других студентов семинарии Тринити. И я искренне верю, что это так. Это одна из причин, почему я все еще преподаю здесь. У меня есть возможность преподавать в других семинариях. Там тоже хорошие студенты, но не такие, как здесь. Поэтому нет ничего необычного, если я изреку такое предложение. И тот факт, что я начал говорить о конкретных студентах в этом классе, неужели это исключает возможность того, что мое замечание может быть расширено на всех студентов семинарии Тринити? Конечно, нет. И точно так же в этом тексте Писания Павел говорит о том, как действует предопределение. И Павел приводит пример того, как Бог действует, и Он так действует всегда и во всем. И это возможное толкование. Это вполне возможный путь, как мы можем понимать, пусть и относительное утверждение в этом тексте Писания.
Что ж, хорошо, он, быть может, и имеет в виду только лишь вопрос спасения. Но в то же самое время он может и подразумевать нечто большее. Как мы можем знать? Что ж, поможет нам здесь грамматика, синтаксис, анализ значения слов. Что ж, это не поможет. Поэтому опять необходимо рассмотреть контекст. И когда я говорю о том, что грамматика, анализ значения слов, синтаксис нам не помогут, я имею в виду, что полученные выводы могут поддержать как первую, так и вторую точку зрения относительно толкования этого текста. Поэтому решающим фактором здесь является контекст. И силу нехватки времени я не могу рассмотреть этот вопрос достаточно подробно, так подробно, как он описан в книге «Нет подобного ему». Но позвольте попробовать. Главное, что следует понять, что стихи, которые идут перед 11 стихом, говорят о различных аспектах спасения, о том наследии, какое мы имеем во Христе, о всех благословениях, о том, что уже все совершено. Об этом мы читаем в стихе 9. В нем мы читаем, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем». И далее 11 стих говорит о предопределении. Но если мы скажем, что в 11 стихе речь идет только лишь о спасении, то тогда этот стих вообще излишний, потому что и так уже те стихи, которые написаны до этого стиха, говорили о спасении. Павел уже сказал все, что хотел сказать. Зачем он об этом говорит вновь? И вы можете спросить, ну, на основании чего вы говорите, что в 11 стихе Павел почему-то начинает говорить о нечто ином, а не о спасении, о котором он начал говорить еще с 3 стиха. Но вот в 11 стихе, во всяком случае, в английском переводе есть слово «также». Есть такое слово и в греческом «кай». И это наводит нас на мысль, что Павел здесь говорит нам, что хотя верно то, что до этого стиха он говорил о спасении, здесь он переходит уже к другой теме. Что ж, и действительно, тема предопределения отличается от того, о чем он говорил до этого. И если 11 стих в действительности говорит лишь о спасении, то Павлу незачем вообще этот стих вставлять, потому что он уже сказал о спасении, в частности, в 9 стихе «Мы спасены по Его благоволению». В 4 стихе Павел пишет о том, что Бог избрал нас прежде создания мира. И в 5 стихе он пишет о том, что Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. И опять же он добавляет «по благоволению воли своей». Сколько раз надо повторять одно и то же? Ведь посмотрите, в 11 стихе Павел пишет, что «в нем мы сделались наследниками, быв предназначены, преопределены». Но, Павел, ты же об этом уже говорил. Что же тогда нового в этом 11 стихе? А новое в 11 стихе как раз то, что Павел говорит, то, как Бог действует в вопросе вашего спасения и предопределения, показывает то, как Бог действует везде. Поэтому все в 11 стихе подразумевает все, а не только вопрос спасения. И это уже нечто иное, чем то, о чем говорил Павел с 3 по 9 и 10 стихи. И если вот это предложение, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, относится лишь ко всему, что включает в себя вопрос спасения,
то здесь ничего нового нет, потому что он уже сказал об усыновлении, сказал обо всем этом в текстах, записанных до 11 стиха. В частности, в 4 стихе мы читаем, что «Он избрал нас в Нем». Это избрание, это вопрос предопределения. В 7 стихе он пишет, что в нем мы имеем искупление кровью его. В 9 стихе он пишет о том, что Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Здесь речь идет о полноте времени, о событиях последних дней, о Божьем замысле. И основной фокус здесь на Боге, что все находится в Его власти. Поэтому представляется, что о спасении уже сказано все, что можно было сказать. И поэтому я говорю о том, что мне представляется, что если в 11 стихе говорится только лишь о спасении, то этот стих лишний. Но если в нем смысл расширяется, включая уже все, что Бог делает, то это уже совсем новая мысль. Но есть еще один ответ на обвинение в неверном толковании. И вот в чем он заключается. Те, кто не согласны с тем толкованием, которое я предложил, во всяком случае согласны с тем, что в вопросе спасения Бог действует так, как мы с вами показали. Но, класс, если вы согласитесь с этим, то вы должны пойти и дальше. И вот почему. Что ж, потому что, соглашаясь с этим, вы признаете, что решение, которое важнее всего для сторонников общей суверенности, а именно решение о принятии Христа, это решение принимается по Божьей воле. А если речь идет о либертарной свободной воле, то это решение также должно быть свободным. Но согласно этому толкованию говорится, что когда речь заходит о решении принятия Христа, то что здесь скажет кальвинист? Что скажет детерминист? Что скажет компатибилист? Что именно так Бог решает этот вопрос? Но все это не согласуется с моделью общей суверенности. Если вы согласитесь с тем, что самое важное решение не принимается по вашей свободной воле, то какой смысл наделять людей либертарной свободной волей? Не для того ли, чтобы они любили Бога свободно, а не по принуждению? Но здесь приходится говорить обратное, что согласно этому стиху, они любят Бога, потому что Бог предопределил их любить Бога. И если вы допускаете, что Бог определяет такие вопросы в жизни человека, то что вы удивляетесь, если расширить смысл этого текста на все решения, принимаемые во Вселенной? Вы понимаете, о чем я говорю? Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Поэтому такое толкование очень маловероятное. Позвольте мне упомянуть еще одно, которое можно встретить в трудах некоторых авторов. Много лет назад я удостоился чести участвовать в написании книги под названием «Предопределение и свободная воля». 4 разных взгляда были изложены в этой книге. И в этой книге я изложил в немного ином виде вот эту аргументацию. И один из других авторов, который был армянином, попытался хоть что-то написать об этом тексте Библии, хоть как-то его истолковать. И вот какое толкование он предложил. Фраза «быв предназначенный к тому по определению совершающего все по изволению воли своей» в действительности двусмысленна.
И по мнению этого автора, есть два разных пути прочтения этого текста. Вы можете прочесть этот текст, как если бы в нем говорилось, что Бог совершает все по изволению своей воли. И в этом случае правыми представляются те, кто придерживается модели частной суверенности, кальвинисты. Или вы можете прочесть этот текст таким образом. Он, то есть Бог, совершает все, что Он совершает по изволению воли своей. То есть этот текст можно прочесть таким образом, либо как он совершает все по изволению своей воли, либо другим образом. И посмотрите, как это выглядит. Он совершает все, что он совершает по изволению своей воли. Если прочесть это таким образом, то получается, что речь совсем не идет о том, что Бог все предопределяет, все совершает, все, что происходит. То есть из этого исключается все, что Бог не планирует, что Бог заранее не определяет, и оставляет лишь то немногое, что Он планирует. И вот то, что Он планирует, Он совершает по изволению Своей воли. И это совсем иное, чем говорить, что Бог совершает все и предопределяет все по изволению Своей воли. Что ж, если вы примете такое толкование, то, конечно, вы можете исключить все то, о чем я говорил на основании этого текста. Но на самом ли деле текст это говорит? Конечно, нет. Автор, который является армянином, он говорит вот что. Вот есть слова «все, что совершает», слова, которые необходимо добавить в текст. Но давайте мы посмотрим на текст в оригинале, текст в греческом языке, что там написано. Там ничего подобного нет. Вы не найдете ни в одном английском переводе, во всяком случае в том переводе, который претендует на буквальность. Вы не найдете этих слов. И более того, я даже обсуждал это толкование с профессором Нового Завета, который сам является армянином, и спросил его, а возможно ли истолковать этот текст таким образом? И ответ был категоричен – нет. Этих слов нет в подлиннике. И двусмысленность этого текста лишь кажущаяся, воображаемая. Поэтому мы убеждаемся в том, что вот этот путь, когда кто-то говорит, что на самом деле толкование неверно, и необходимо предложить иное толкование, вот этот путь никуда не ведет. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.